Мои любимые, мои хорошие, приветствую вас на канале Яна и Кристина. И сегодня мы на пляже Лас Кристианос на острове Тенерифе, Канарские острова в Испании. Кто не смотрел мои предыдущие ролики, посмотрите. У нас сейчас целая серия роликов. Мы здесь отдыхаем несколько недель. В общем, сегодня пляж другой. Здесь совершенно нету волн. Специально так сделано, чтобы купались, видимо, дети. Чтобы не страшно, не волн. Ничего такого. Смотрите, какие здесь красоты. Вода очень теплая. Градуса 22, наверное, больше. Температура воздуха тоже очень высокая. Так что я вам хочу сказать, что сегодня прям очень жарко. Наверное, градусов 26-27. И сегодня 15 декабря. Инфраструктура здесь, конечно, развита просто потрясающе. Хотя, смотрите, какая облачность, да, вот вообще не скажешь, что здесь какие-то облака, они не чувствуются нисколько. Здесь лежаки. Мы вот берем лежаки всегда, можно и на своих тряпочках отдыхать здесь, на своих полотенцах. Очень здесь много всяких кафе, бутиков, магазинчиков. Смотрите, какие красивые домики, отели. Это, наверное, первая линия здесь. В общем, совсем не холодно. Кристина вон купается. Не выгнать из воды совсем. Теплая вода, совсем здесь не глубоко. Посмотрите, насколько прозрачная здесь водичка. Ну вот, мне здесь буквально по колено. Сейчас время где-то полпятого по местному времени. Сейчас уже стало немножко прохладненько. Ветер подул. Так что мы купаться уже закончили. Пойдем, может, наверное, на другой пляж. А тут такой пляж, значит, порт тут рядом. Вон корабли, туристические яхты. А вот это вот отели здесь. Отели, апартаменты. Первая линия, так называемая. Вот такой вид. Ну, значит, мы сейчас подойдем к каким-нибудь магазинчикам. Посмотрим, что здесь продается. Ну, всякие тут кафе, ресторанчики. Променад, где туристы гуляют. Вот так, люди в волейбол играют. Вот такая статуя какая-то интересная. Пальма шикарная. Мороженое сколько стоит здесь, около пляжа. Ну, всякое разное. 3,70 большая. Большой рожок, 2,70 средний и евро 70 маленький. Вот и всякое разное тут мороженое. И такое, и фисташки, и с лимоном, и шоколадное, и ванильное. В общем, очень много тут чего есть. Ну вот, отзагорались, идем немножко прогуляться по вечернему Тенерифе. Здесь променады многокилометровые, по 30 километров. Эти променады, здесь закат на океане сейчас, легкая облачность, очень тепло. Ну, небольшая легкая кофточка не помешает. Вот ходим, смотрим, как здесь кафе, музыка, люди гуляют.
наслаждаются. Здесь очень красиво. Что интересно, я заметила, испанцы очень любят собак. Я не вижу, сколько у них детей, как много, сколько много у них собак. В каждом доме прям по 4 штуки на поводке. Почему-то вот ветер есть, он теплый, приятный. Вот здесь любители футбола, видимо. Смотрите, тут прямо матчи, и люди смотрят. У них везде вот это как будто плитка на полу. Здесь иди хоть на каблуках, хоть босиком. Она теплая, приятная. Прям во всем городе и машины периодически, стоянки вот тоже сделаны из этой плитки. Смотрите, как тут красиво. Шляпа с блестками. Так, а здесь что ж такое? Вот здесь не то массаж, не то парикмахерская. Смотрите, как здорово. Люди лайки ставят прямо в кадр. Вот здесь тоже оазис всего. Очки солнечные, тоже фирменные, очень много всяких. Ой, а здесь посмотрите, какой красивый уголок, прямо на променаде. Сад камней. Очень красивый. И какое дерево цветет белым. Ой, какая красота. Пахнет как. Это пальмы. О, какие. Красота. Ресторанов здесь всяких. Чего здесь только нету? Смотрите, продают тоже здесь всякие рождественские. Что открыто? Шоппинг? Пойдем в шоппинг-центр. Ага, смотрите, какой здесь. Да. Ой, ну красота невероятная. Пора шопится. Судя по здесь по ценам, но вот посмотрим, как здесь, в этом, в центре, где туристов побольше, какие здесь цены, потому что мы находили пока очень низкие цены. А что здесь? Это неизвестно. Давайте посмотрим. Здесь что? Здесь мороженое. Кристина к мороженому. Да. Кристина зависла у мороженого. Так, что же здесь с ювелирными? 80, 17 карат. Что здесь? Цены не вижу, ничего не вижу. А вот здесь 45 евро, 349 евро, 770 евро и так далее. Часов много.
Идемте к фонтану. Вот здесь рождественские украшения немножко. Это бриллианты. Сколько стоят бриллианты на Тенерифе? Неизвестно. Цену здесь не выставляют. Ой, как красиво. Ой, Кристина здесь нашла мороженое. Да. У нас дома мороженого полно, Кристиш. Посмотри, какой здесь праздник. Вот здесь все в елочках. Здесь как красиво. Вот это да! А над нами небо. Небо, видите? Роскошный фонтан. Мало того, в этот фонтан можно зайти вовнутрь. О, как тут тепло и красиво! Посмотрите, мы внутри фонтана. Да, вот так. Ой, потрясающе. Потрясающе совершенно. А ты думаешь, это вода или имитация? Вода. Это снаружи вода же. Я говорю, а не имитация? Мне нет. Кажется, что то есть не вода. Вода, вода. Не знаю. Фонтан. А внутри, посмотрите, что внизу. Что я там видела? Там все в зелени. Ой, как красиво. Какая красота здесь. Невероятная елка. О чем это говорит? Значит, скоро Рождество. Да, это говорит о том, что скоро Рождество, Новый год. А над нами открытое небо. Столбики украшены все. Какая елочка. А здесь, смотрите, кактусы и вот этот юлютех на эстонском цветок. Вот мы вышли, значит, из этого магазина, что ли, где елка была. Какая здесь аллея красивая. Хотела сюда вылезти, а это уже проезжая часть, вообще не отличишь, насколько потрясающе красиво все. Розовенькие красивые штучки, здесь понятно, что ветер, да, и вот специально они повешены, они колышутся так красиво. Какие-то магазины огромные, да. Вот открыты крупные магазины, а тот же Zara, в общем-то, что у нас есть. Но посмотрите на вот этот пол, это тротуар, это дорога. Как в ваннах у нас и на кухнях. И вот такие полы здесь на протяжении километров. Это... зайдем? Да, конечно, зайдем в Зару. Куда? В Зару? Мы продолжаем гулять. Мы уже свернули вот с променада. Здесь что-то такое все потрясающе красивое. Это, конечно, просто посмотрите на елку. Какая тут елка! Ой, боже мой! Ой, боже, боже, вот это да, скоро Рождество, скоро Новый год. А здесь, смотрите, что-то на дереве такое красивое, в шапочках гномика. Мартышки. А, жирафы, посмотрите, с рождественскими колокольчиками жирафы. Изумительно все украшено. Сейчас заходили в косметические магазины вот здесь. Дорогой косметики, вот Ланком и прочие все. Но цены такие же, как у нас. Все очень дорого. И технику я посмотрела. Apple и вот все эти брендовые. Тоже цены тоже, как в Эстонии, стандарт. Этого здесь дешево не достать.
елка. И здесь фонтаны. Роскошный фонтан на Тенерифе. Посмотрите, какой он.